Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об очень быстром, вкусном и аппетитном рецепте из куриного филе. Получается очень нежное блюдо с пикантным вкусом. Это для тех, кто любит примерно китайскую кухню, потому что чем-то это похоже. Мы берем куриное филе и нарезаем его на вот такие небольшие кусочки. Это для того, чтобы оно быстрее готовилось. Затем мы берем вашу любимую приправу для курицы. У меня она примерно всегда одна и та же. И хорошо посыпаем этой приправой наше филе. А еще самый важный момент. Мы берем половинку мандарина. Можно брать и апельсин, но с мандарином лучше. И выдавливаем вот этот сок мандарина в наше филе. После этого нужно хорошо перемешать и оставить это мясо промариноваться. Мариноваться достаточно примерно час, но я иногда это делаю на ночь. С вечера заготавливаю вот эту заготовку, а утром готовлю. Итак, мы это все сделали, теперь перемешиваем. Если ваша приправа не содержит соли, то можно добавить еще соль или бульон Ролтон, хотя это, конечно, вредно. Итак, я перемешала наше филе и теперь ставлю его в холодильник примерно на час. Итак, прошел час. Кстати, мы накрываем пленкой, когда оставляем мариноваться. И вот когда прошел час, мы будем это блюдо готовить. Я беру сковороду с антипригарным покрытием, слегка только смазываю его маслом, то есть чтобы его было как можно меньше. И затем обжариваю на хорошем сильном огне. Оно готовится очень быстро, буквально за 5-10 минут, в зависимости от вашей курицы и в зависимости от вашего размера ваших кусочков. Вот как выглядит наше готовое филе на сковороде с антипригарным покрытием. А сейчас я вам покажу, когда его перекладываю в тарелочку. Вот такое прекрасное блюдо у нас получилось. Если вы будете есть это мясо без хлеба, без картошки, без всяких круп, без крахмалистых продуктов, а с каким-нибудь легким салатиком, то вы, конечно же, похудеете. Главное не переборщить с солью, потому что она может вызвать отеки. А так это блюдо прекрасное, пикантное, с таким нежным вкусом, немножко мандариновым. И действительно придает сытость. Когда я ем это блюдо, я после этого уже долго не хочу есть. Так что вот имейте в виду. Мы очень часто готовим блюда из куриного филе, потому что именно куриное филе помогает похудеть по диете Дюкана. Но оно довольно суховатое, поэтому приходится изобретать какие-то новые способы. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Будет еще много очень интересных и полезных видео. До свидания, удачи всем!